Короче, сейчас просто агрим. Танки в центре. Мы ничего не делаем, никуда не ходим. Далеко стоим от мобов. Хорошо? И не прыгаем уже. 109 мобов. Танкам набрать игру. Тебя плохо слышно. Ты что, ты говоришь про футбол? Я говорю, в рот, дайте набрать танкам. Они бегут, а на танкам. Все понятно. Я понял. Думаю, футбол на следующей неделе, Лига Чемпионов, если ты это спрашивал. На этой неделе нету. У меня просто спать. Да. Шахтер Леон играет. Чек. Прорицатель. Тут я. Все, танки погнали. Мы постоим здесь, посмотрим. Посмотрите, нити на эти оковы голубого цвета, прозрачные. Да, такие оковы только на садомазы и пойдут. На Лойда. Жуть. А слева какой-то камень, похоже на изумруд какой-то. Ух, мы сильны. Шестой. Просвещенный, давай, сейчас скажу, когда. Давай, сакру. Все, начинаем бить. Бейте, давайте рост. Еще сакры. 15 сакру даем. Вот видите, все сделали. Где можно упасть? Да зачем? Только минус 10. Тогда бьем. Давай. Бэры можно раздать. Раз, два, три. В теории можно поднять 3 человека. Ну это, короче, вы там смотрите, что делать. Типа, вторая фаза началась. Бейте все. Абсолютно все снимайте. Ты ему сам в пасть заходишь, а он тебе жрать не хочет, выкидывает. Вон, забегайте лучше, не тяните время. Теперь вы знаете, что в лучах нельзя стоять, они ваншоты. Луч смерти называется. Трепещите, смертные! Конец близок! Ну, чтоб Поппер был на расстоянии, а я бил в мини-зоне. Лалана, зайдешь в луч, Джест. Минск, Хризи Филакс, Эскейл. Безумие поглад! Трепещите, смертные! Конец близок! Ладно, придется кикать. Ищите, смертные! Конец близок! Так, все вроде, да? Шанс на спасение. Вот тупица! Ну вот бой и успал. А как ты думаешь, Скиллейд? Ты еще в РК? Ну, я сказал, просто заходите в лучи, не тяните время. Вы не заходите. Ничего не делаете. Ладно. Кто там еще был? Кого я кикал? Извините. Пеппер, короче, стоит, себя захиливает. 23-41. До этого говорил, что имя позднее уже.
он щупальца вместе с Селеной был. Щупальца хотел похилить, да? Давайте попробуем бить плюс 0. Слава богу, что у нас есть люди в комнате. Так, Селена, нет, отдохни пока. Ты слишком сильный для комнаты. РСПД. Возможно. Минск, да. Джест, нет. Комнату не пойду. Написала прорицатель. РСПД, ты бывал в комнате? Конечно. Конечно. Отлично. Англифа ты был? Хорошо. Кого же еще в комнату? Два человека плюс хил. Закинь. У нас хила не будет в комнате. Слушайте, баф на 5% крита будет давать. Звездопадом зафигачивать это все. Джулиан, пойдешь в комнату? Ну давай. Если не умрешь, там надамажишь, получишь голову. Либо получит лимошка. Кто еще не получал? Жри СПД тоже, если ты не затупишь. В комнате не законтролишься. Пеппер. Фастер. Пеппер, хочешь заходи? А, нет, давай, оставайся, осколок хоть получишь. Три хила, два холипала, Эршам. Альте, заходи в инст. На, Хризифилакс плюс одно, ладно. Рудеус, ты знаешь, что в комнате делать? В общем, давай расскажу. Перед заходом в комнату вешаешь на себя щиток. Для чего это делается? Вот в комнате есть черепы, которые наносят по тебе урон. Если они по тебе наносят урон, ты теряешь здравомыслие, как на третьей фазе, от взгляда босса. Поэтому надо от них отворачиваться и бить маленьких мобов всепожирающей чумой. Если будешь так делать, то ты никогда не получишь урона. Сохранишь свое здравомыслие. Вот. Ты находишься в четвертой пати и будешь заходить справа, но это позже. Что там тебе еще такого сказать? Хрен его знает. Он в четвертой пати, он заходит в правый портал и бежит по правой стороне до центра и выходит в правый портал. Короче, у нас третья, четвертая пати идет в порталы. Первая пати слева, жри СПД, Крауд, Менск, Менелтер, Англиф. Это первый, второй, третий, четвертый, пятый портал. Справа Стил первый, Рудеус второй, Джулиан третий, Вуди четвертый, Хризифилакс пятый. Мы так заходим в порталы, и третья пати налево идет бить черепа, четвертая направо. Также выходим с порталов. Третья налево, четвертая направо. Перед заходом присты, щитки на себе, короче, все дефы нажимаем и заходим в портал. То же самое в портале, нужно хорошо хилиться или получать минимум урон, это главное. Так, жри СПД, спека, севрестер, шамана будешь хилить рейд. Не заходить в комнату? Да, в комнату. А, фастер, подожди, фастер, ты умеешь в комнате хилить или... когда-нибудь хилил? Mm-mm. Ладно, оставайся. Ладно, жизнь, подоспекайся в хила. Юпи, у тебя есть ретрик? Плайрин, тебе на первой фазе стоять в звездочке, захиливать рейд. На второй фазе то же самое. Ничего не делать, просто захиливать рейд. Сбегаться с пактом омраченных, как на лане, с одним человеком. Отбегать от черепа, от лучей. На третьей фазе то же самое, становишься спиной к боссу и хилишь рейд. Просто не поворачивайся к нему лицом.
Юпис, Пека, Севретрика, Буди, два Рестер Шамана и Холи Пал Пеппер. Чек на пул. Ладно, давайте еще рыбу поставим. Альтея покинула нас. ДД Вольду плюс 0. Жрис ПД. Мини, по-моему, где-то сидел. Жрис ПД, ты главное перед заходом в комнату кидай цепухи на всех, чтобы был баф плюс 10% по уменьшению физурона. Ну подожди, это же физурон. Не знаю, чем там бьет. А чем там бьет черепа? Магии тьмы? Ку-ку, есть люди? Кто шарит, кто помнит? Убирайте ауру от тьмы, я поставлю себе. Все, я тогда мастер ауру дам. Ладно, чекнем так без этого. Альтея. О, от Альтея зашла. А, еще на первой фазе мелики бьют. Мелики бьют тоже мобов, но если кто-то из вас получает дебаф, я скажу, Ник, вы убегаете в РДД зону. Пеппер готов. Давайте шкаф, сумманим Альтею. Бывает ситуация, когда порталы появляются, допустим, да? Пример просто привяжу. Перевожу. Там Родео, второй портал, а его портал кто-то занял. И он начинает врага говорить: «А-а-а! Мой портал закрыли, суки, что вы делаете?» Не надо так делать, говорить ВРК, писать об этом, просто заходите в другой портал. Нельзя терять время на вот это все. Альтея, ты тут? Не сумонит. Альтея! Альтея. Ладно, давайте без нее начнем. Пеппер, ты пришел? Ваня. Ваня, ты тут? Ваня! Так, какой у меня портал? Пятый или слева, да? Давай, третий слева, пошли. На тебе. Вот тебе квадрат, тебе ассист, делай, можешь метки повесить на мобов. Я пошел бить. Ваня, твой второй. Хорошо, открой слева. А не, вообще-то третий, но как хотите, мне все равно. А ладно, я иду в четвертый, да. Хорошо. Уже мой получил урон. Милики, не стойте в лужах, отбегайте. Джулиан, выйди в РДД зону. Смотрите, из РДД зоны. Англий, выйди в РДД зону быстро. Бейте мобов, блять, которые рядом с рейдом РДД зона. Так, я понял, звезду играйте, давай Сакру, лимошка. Играйте все в звезду. Джулиан, прожмись. Теперь кружок просвещенный. А, Сакру давай просвещенный кружок. Ангар вот этот эскалейте что-то бегает. Хагрид новый нужен. Блять, из-за кого-то, из-за нехорошего человека у нас здесь много мобов. А почему у Сары 87%? Даже далеко убили. Падай. Давайте падать. На скелете. Ты бегал в лужах? Да. Зачем ты бегаешь в лужах? Стой просто случайно. В центре. Случайно так? Ну как ты случайно так вышел, что ты бегал? Так, я уже что-то полетаю уже третий раз. Можешь заменить или как? Да оставайся, я бы этого Вара заменил лучше, чем тебя. Диван можно давать здесь? Нет, не ради. Не стоит. Йог привереды.
Скелет, ты мне что-то не нравишься, ты не слышишь шварка, бегаешь по лужам. С тобой все в порядке? Откуда ты вара намутил это? Может, ты пойдешь этот погуляешь, отдохнешь, чтобы нам не портить настроение? Давайте кушаем рыбу. Клубов по рейду. Не знаю, я захерачу тебе минус эскалет. Второй минус это кикс гильдии. Минус, чтобы не забыть, что это ты. Фух, хватит бафаться. Ну ничего страшного. Пеппи, раздавай каску. Этот прорицатель тоже. Интеллект. Чек. Интеллект дайте. Ваня, дай интеллект. Милики, стойте у Сары все. Дебаф появляется, вы убегаете в РДД-зону. Please fill out в РДД-зону. Ну, ничего страшного, в этот раз не было. А нет, было. Давайте в кружок. Это ты ставишь метки, Ваня? Да. Давайте в кружок быстрее. Следующий кружок. Англия в РДД-зону. Кризифилакс в РДД-зону, убегай лужи. Не просто в РДД-зону, просто выбегай из РДД, я просто неправильно выразился. Главное выбежать с мини-зоны. Так будет проще вам. Кружочек. Кружочек в ретаун сделайте. Прорицатель в РДД-зону. На, ты и пакил, да? Просвещенный, давай сакру. А что за фигня? Почему 62% у Сары? В чем прикол? Все, она перевелась. Какие 62? У нее совсем чуть-чуть. А, я просто... Это, наверное, какой-то лаг. Ты, милики, отбегайте от мобов, чтобы вас не ваншотнуло. Добейте последнего моба. Да, теперь РДД. Бьем большие щупальца. Милики, мелкие щупальца. Возле большого щупальца никому не стоять. Оно ваншотает. Отбежали все от большого щупальца. Отбежали. С пактом сбегаемся, от черепа отбегаем. Опа, чего сделал? От черепа отбежали, видели где череп? Отбежали, он передает фир. Отбежали. Играйте мелкие щупальца. Просвещенный бабл. Огненный мяу просвещенный, сбегайтесь. Мелики мелкие щупальца, играем. Занимаем свои позиции, скоро будут порталы. Конец близок. Порталы. Два, один. На Евгений. Третья налево, четвертая направо, через ПД. Киль.
Хил есть? Ну я тебе флешку подхиливаю. Ну, погнали. Тотема не забудь поставить, ладно? Лалана, поднимай вот биста. Пульсу стандал, оно что, забагалось? Так, когда там выходить, скажешь, мне нет. Сколько у нас времени? Третья пати налево, четвертая направо. Пора. Выходите. Выходим, все вышли. Рудеус, выйди. Так, слили звезду. Так, четвертый портал справа, заходит Джест. Второй портал справа. Звезду надо слить. Занимаем свои позиции. Блин, мастер ауру на НКД. Чуть справа народу нет. Так, отличная комната пошла. Звезду надо слить. Где эта звезда ходит? А вон там он. Ладно, потом я дал стан, короче, этому дураку. А меня не слышно сейчас? Слышно. Сколько времени? Должно успеть. Успеваем. Давайте, вставайте. Вышли в портал теперь. А сейчас слышно меня? Да. Хорошо. Буду говорить, когда отворачиваться. Отворачивайтесь. Все, теперь бьем. Давайте рост. 2 секунды отворачиваемся. 2, 1, отвернулись. Бьем дальше. 2, 1, отвернулись. А чё Меликов опять откидывает? Дальше отойди. Не надо подбегать прямо в пасть. Пожалуйста, извините. 3, 2, 1, отворачивайтесь. Бьем дальше. 5, 4, 3, 2, 1, отворачивайтесь. Так, идем дальше. 5, 4, 3, 2, 1, отворачивайтесь. Лимошка говорит, чтобы вы не стояли и там вчера бегали, кайтили мамбу. Ну да, это правильно. 5, 4, 3, 2, 1, отворачивайтесь. А, это Пеппер говорит. Пять, четыре, три, два, один, ноль. Отворачивайтесь. 5, 4, 3, 2, 1, отворачивайтесь. Видишь, Рутеус просто немного не повезло. Надо было кликнуть получше на портал пару раз и все. Надо было просто к мозгу лицом повернуться и выйти. Нет, он из комнаты не вышел. Ну там, если к мозгу лицом поворачиваешься, выходишь, а из спиной это не всегда. Так, давай подумаем, кому отдать. Просвещенный получал, Войд получал, Огненный Мэлс Лена получал, Менелтер получал, Минск получал, Крауд получал, Стил получал. Идеален. Я бы калку отдал. Но он на ДК. Вряд ли он на этот на ДК возьмет. На ДК не возьмешь. Ну тогда остается лимошка. Жрис по Дэн. Жрис по тоже твинками станет можно. Селена уже забирала. Жрис по Дэн, ты не заберешь персонажем эту голову, да?
Не, я по вам подожду. Давай тогда лимошки, я лимошки отдам. У него это мейн. Ну, Джесс, ты не зашел в комнату. Ты ж просил. Так бы еще Рудеус спаролил, если бы не законтролился. Так у Джесса же суслятенько было, но не? Рудеус. Зайдешь в следующий... На следующем КД в комнату, скорее всего, отдам тебе голову, если не натупишь. Так, ролим рецепт. Идем на Алгалона? Не. Чего? Идем, нет? Не. Морка 87. Ускоритель. Пойдем там дворфов жарить, что-нибудь типа такого. Их убили уже. Покоритель. Какой шмот меняются эти токены, скажите, пожалуйста. 226. Который для посланника? Да, который для посланника. Так вот, что их ролят-то все. А посланник, тут писал Лапка. Вроде в гильдии на посланника, чтобы вот это собирать, да? В воскресенье заходи в 2 часа. Все, не, я часто работаю в дни. У тебя что-то собрано уже? Не, нет. Печатка. Тогда можно отдыхать. Я и говорю, некогда собирать. Алголону будем бить? Какой-то неправильно разрыл головы, потому что лимошка тоже в комнату не заходил. А танк в Ульдуаре это, как бы сказать, это самый легче, что может быть. Я поэтому и микрофон включил. Вот как-то так. Ну, хорошо, не изучил, да? Как ты, давай твое мнение, кому отдать голову? То есть на следующем, когда я опять буду танчить, я тоже не знаю. Не знаю. Не приоритет. То, что ты говоришь, Джерри? Блин, не знаю, вот Кроуд Хантом ебашит. Так он получал? Он получал. Не получал пока из всех, кого я назвал, кто реально, ну, не слакал. Это Лимошка, Джест, Джулиан и Жриз ФД. Все остальные либо получали, либо слакеры. У Джеста мейн суслятинка. У Жриз ФД мейн другой. У Джулиана тоже мейн другой. А у Лимошка это мейн. Ну, это мое мнение. Дай потянуть, Олег. Ну, есть предложение, кому отдать голову, он еще не изучил. Да все отлично, лимошки, конечно. Ну, можно Джесту, Джест не будет ходить с нами в льду потом, бля. Не переживайте, еще пару неделек, все получите головы, и мы не будем собирать две льды, будем собирать ноль. Потому что никто не пойдет. Потерпит еще месяц. А за протодраконами, которые красивые. Кто там еще на Е придет? Плюсики поставьте. Я иду в Сумунте. Да, плюсово. Ну просто они будут играть Джерри, он такие типы как Джерри, он ему ничего здесь не убьем. Так. Я не знаю, зачем я хожу сюда. Чтобы ролить, себе забирать этот шит, который падает по КД, ложить его в ГБ, не продавать, наверное, из-за этого.
Которая стоит 20 тысяч голды. Ладно, всем спасибо. Завтра будет третий льда. Всем спокойной ночи. Да. Сколько будет льда по времени? Ладно, это шутка. Завтра ничего не будет. Можешь собрать обычку, например, поставить. Да, вот я хотел спросить, что ходили и что собрать. В принципе, 25 тел. Могу завтра собрать. Так напиши РТ, поставь, собери. Я думаю, кто-то придет. Думаю, часиков 3-4 нормально будет днем. Или попозже можешь поставить. Вечером будет что-нибудь? Завтра четверг, ничего не будет.